А почему я стал зависим? Психологи говорят, что все идет из детства. А я в детстве смотрел мультики. Мультики про зависимых. Вот я очень похож на Винни-Пуха, потому что... Вот это обидно было. Потому что не ем свинину. Это тоже медленная шутка. Вот. Винни-Пух, он в мультике употребляет меф, а мед. Уже в первой серии он находит... Что он находит? Он видит большой дуб, там находит закладку. Но закладку пасут пчелы.